3 декабря в России вспоминают павших героев. День неизвестного солдата. К этой дате приурочили проверку знаний о Великой Отечественной войне. Во всероссийской акции приняли участие и химчане. Среди них муниципальные депутаты Наталья Коныгина, Надежда Смирнова, Алексей Федоров и Инна Монастырская. Внимательно отвечали на вопросы волонтеры, активисты молодой гвардии и члены молодежного парламента. Каждый из нас сегодня пришел проверить свои знания, но также принять участие в самой масштабной акции по истории Великой Отечественной войны. Инициаторами и организаторами акции выступают молодежные парламенты при законодательных органах власти Российской Федерации. Вопросы интересны. Школьной базы, пожалуй, будет недостаточно. После выполнения заданий хочется освежить знания. Муниципальные депутаты Галина Болотова, Юлия Мамай, Руслан Шаипов и Валентин Герасимов отметили, такие тесты полезны всем. Нам нужно проводить такие тесты для того, чтобы мы не забывали о тех исторических событиях. В нашем городском округе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Также приятно отметить, что на данный тест сегодня зарегистрировалось более 150 человек. В Подмосковье акцию поддержали Российское военно-историческое общество и проект «Росмолодежь. Гранты». Мероприятие проводят с 2015 года. В Химках проверить свои знания можно было в школе номер 19. Участники мероприятия не только прошли тест, но и посетили школьный музей. Одной из важных страниц нашей истории является Великая Отечественная война. В этот период наши предки, наши деды и прадеды встали на защиту нашего Отечества. Чтить память наших героев – это одно из важных направлений, в том числе и государственной политики. Я хочу сказать, что в городском округе Химки у нас очень активно работает проект «Виртуальный музей» Химки 1941-1945 года. Редкое мероприятие обходится без этой мелодии. «Катюша» – неотъемлемая часть нашей истории. Она прозвучала на сцене школы номер 19 и напомнила о героях и любви к своему Отечеству. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.